сразу малыши в четырех семьях. Это у нас единовидные собаки, корсаки, дикобразы и муфлон. Все малыши чувствуют себя хорошо, на момент находятся с родителями. Дикобразы у нас живут в зоопарке больше 8 лет, и у них потомство ежегодное. И последние 2 года они дают потомство 2 раза в год. Это первый малыш. А в том году у нас было январское и июньское пополнение. В этом году получилось мартовское. Ну, думаю, в августе ждать будем еще одно. Еще ожидаем также самого муфлонов у второй самки. Еще ожидается у пятнистых благородных оленей. Лама ждем, тоже не дождемся. То есть у них срок беременности у ламы от 11 до 13 месяцев. Сейчас идет, закончится 12 месяц, у нас 13. Ждем в течение месяца еще потомство ламы.